можем оторвать вот такую ветку. Так. Но опять же, если у нас есть нож, это хорошо. Так, обтесываю его до состояния. У нас вот есть. Так, и теперь пытаемся его так, чтобы он уперся. Вот. Так. В общем, в чем соль? Вот у нас есть и вот такой дротик. Это называется дротик. В принципе, лучший вариант, если сюда еще поместить можно несколько камушков в это отделение. И потом заматывайте чем угодно. От конопли, ну, травой. Так. Вот наши камышовые листья получается вот такой вот стабилизатор для бросания. Вот так вот. Следующее. Вот такая ветка. Нам нужно вот эта часть. Вот. То, что мы видим. Вот здесь сантиметров вот столько. И вот этот вот сучок необходим просто. Ну вот. Значит, попробовал я вот эта палка, то, что у меня получилось. Просто палка. Самая ее особенность, это то, что на конце у нее вот этот крючок. Так, теперь, значит, последнее отделение этого камыша вставляем сюда. Итак, полностью показываю. Дротик. Вот такая штука, камыш. Вставляем сюда вот эту петрушку. И у нас получается отлатель или ацтекский. Теперь мы можем буквально метать им. Вот так. Супер просто. И вот теперь самое главное. Значит, сюда можно побольше это отделение делать и сюда камушки вставлять. Потом заматывайте, у вас тогда вес получается достаточно. Я беру и жалко нет здесь. Так, как бы это видно было, насколько. Вон он. Опа. Ну, насколько видео хватит, не знаю. Вот так вот. 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 Вот воткнутый. Вот такая штука. Можно, в принципе, волк, птица, еще что-нибудь. Ну что, у нас одна попытка в дерево попробовать воткнуть. Почему одна? Потому что наконечник слабо деревянный. Так, мимо. Ну-ка. Да, дерево оно втыкаться не хочет. Хотя, если бы здесь был металлический наконечник, тогда совершенно... Вон, видите, отлетает. Другое дело. Но по дальности, в принципе... Еще раз можно закидывать достаточно далеко. И последний эпизод. Так, где она у нас? Вот. Ну как-то так.